Дорогие друзья, намасте. Меня зовут Валентина Ульянкина. Я предлагаю вам начать совместную практику, практику пранаямы. Попеременное дыхание Нади Шодханы, классическая пранаяма, которая позволяет не только очистить наши энергетические каналы, уравновесить левое и правое полушария, но и также настроиться на новый день, развить нашу осознанность, внимательность, бдительность. Практика является очень доступной, практика является очень простой, и ее можно использовать каждый день, даже с небольшим подходом к самой практике пранаямы. Буквально предлагаю подышать около 5 циклов дыхания. Вначале настраиваемся на практику. Спокойный глубокий вдох. Спокойный глубокий выдох. И мы вдох начинаем снизу живота. Расширяются ребра, слегка приподнимается вверх ключицы, заполняем все легкие на вдохе. И выдох в обратную сторону, опускается ключица, сжимаются ребра. В естественное состояние возвращается живот. Полное, глубокое йоговское дыхание. Все внимание внутри. Кончик языка можно направить в верхнее небо. И перед практикой, продолжая дышать, вспомните мотивацию к занятию. Макушкой больше потянитесь вверх, плечи можно увести круговым движением назад и вниз. И мы укладываем мудру носа, насику либо насикагру мудру. Указательный и средний палец направляются в межброви. Остальные пальцы слегка согнуты. И мы будем регулировать дыхание большим и безымянным пальцем. Любая пранаяма начинается с полного выдоха. Делаем вначале глубокий вдох обеими ноздрями. Далее спокойный выдох. Закрываем правую ноздрю. Начинаем вдыхать воздух через левую ноздрю. 3-5 счетов. Закрываем левую ноздрю. Выдох через правую. Вдох равен выдоху. Выдох равен вдоху. Вдох через правую ноздрю, заполняющий все ваши легкие. Вдох. Закрываем правую ноздрю, выдыхаем через левую. Второй цикл дыхания. Вдох через левую ноздрю. Закрываем левую ноздрю, выдох через правую. Вдох через правую. Закрываем правую ноздрю, выдыхаем через левую. Вдох через левую ноздрю. Запускаем третий цикл. Закрываем левую ноздрю, выдыхаем через правую. Вдох через правую. Закрываем правую, выдыхаем через левую. Четвертый цикл. Вдох через левую. Закрываем левую, выдыхаем через правую. Вдох через правую. Закрываем правую ноздрю, выдыхаем через левую. И завершающий цикл. Вдох через левую ноздрю.
Закрываем левую ноздрю, выдыхаем через правую. Вдох через правую. Закрываем правую ноздрю, выдыхаем через левую. Опускаем руку вниз и обеими ноздрями глубокий вдох. Почувствуйте, как изменилось дыхание. Почувствуйте, какой воздух стал на вкус. И выдох. На вдохе все внимание направьте от ноздри к межбровью. И на выдохе от межброви к ноздрям. Коническое дыхание. Продолжаем. Вдох обеими ноздрями. Все внимание от ноздрей к межбровью. И выдох от межброви к обеим ноздрям. Еще один раз. Вдох через обе ноздри. Направляя ваше дыхание в точку между бровями. И выдох от межброви к ноздрям. И далее спокойный вдох, спокойный выдох, еще раз вдох и спокойный мягкий выдох. Благодарю вас, дорогие друзья, за совместную практику. Надеюсь, она была для вас эффективна. Занимайтесь йогой по возможности. Ом.